Ульяновск – не первый город на пути первого русского театра России. Именно так называют Ярославский российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, который был основан 272 года назад. Большие гастроли ярославцев начались в середине июня. Позади Казань и набережные Челны. В общей сложности мы сюда привезли две огромные большие фуры 12-метровые декорации и еще одну маленькую фуру 6-метровую. И общее количество людей, которые посетит город Ульяновск из Ярославского театра, составляет 92 человека. То есть кто-то приезжает, какой-то коллектив, там какие-то ребята уезжают, и вот таким образом у нас получится 92 человека. Посидят ваш прекрасный город. На сцене Ульяновского драматического театра пройдут показы 4 спектаклей. «Калина Красная», «Забыть Герострата», «Предстоящее событие», «Неаполитанские каникулы». Спектакль «Предстоящее событие» также увидят димитровградские зрители. Художественный руководитель театра Сергей Пускипалис очень тепло отозвался о своем театральном коллективе и отметил, что ярославская труппа очень гибкая и универсальная. Я просто хотел поблагодарить именно наших актеров за то, что они друг у друга учатся. Это очень важно. Есть такое внутреннее соревнование творческое, когда стыдно быть неталантливым. Понимаете? Очень как бы коллеги неправильно поймут. Потому что уже такой уровень, такая планка, что нельзя халтурить. Самого Сергея Пускипалиса мы знаем по актерской работе в отечественных фильмах. В театре он выступает только как худрук и режиссер. Первый спектакль «Предстоящее событие» в его постановке по пьесе Игоря Глинкова был показан в день открытия гастроли. К слову сказать, премьерные показы этого спектакля с успехом прошли в августе 2021 года в Донецкой Народной Республике. Это спектакль-памфлет, это спектакль-газета. Это спектакль-анекдот, это спектакль на самые злободневные темы, которые есть в сегодняшнем мире. И вот столкновение самого плохого и самого хорошего, вот оно и дает какую-то невероятную остроту нам в кайф существовать. После гастролей в Ульяновске ярославская труппа возвращается в родной город, где 29 июня отметят закрытие сезона. Новый сезон уже начнется с новым директором Германом Громовым. Фамилию преемника Айрат Тухватуллин впервые озвучил в Ульяновске. В следующем сезоне театр также ждет реконструкция здания. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.